Как раз это какие-то мы называем волчья ягода. Вот они. Волчья ягода. О, какой красивый. Волчья ягода. А вот тут вот туя. Это туя. Вот. Машины там едут. Вот еще волчья ягода. И сколько? А вот там трасса, там машины едут. А, ну мы идем сюда. Так. Вот. Вот это туя. Так. Вот. Крабчики, улитки. Это сосна такая. А это интересное дерево. Смотрите, какая у него пушистая. Пушинки какие. Тут яму кто-то сделал. Наверное, они тут будут себе шашлыки делать. О! Смотри, тут шашлыки делали. О, видите? А тут не знаю, что за труба. Да, наверное, хотели делать. Что-то опять здесь вырыли, или землю брали, или шашлыки, что они здесь планировали, не знаю. Так. Дорога, там дорога в город, но мы туда не пойдем. Там кошка бегает, тут вот есть дорожка. Вот, чтобы не заблудиться, еще одна дорожка есть. О. Так. Тут, когда зима была, о, вот этот снег нападал, и здесь все закрывало, полностью закрывало. Невозможно было идти. С зонтиком особенно вообще. А сейчас день, хочу, радуйся жизни. О, видите, на листах какие на крапинке. Какой-то дождь был нехороший. Машины едут себе, машины. Ой, вот это вот видео. Очень хорошее качество будет. Потому что в записи. Я его сейчас загружу, и будет хорошо. А когда прямая трансляция, друзья мои, нехорошо получается. Когда видно, когда не видно. Это хорошо, когда имеешь Wi-Fi дома. Цик-цик и загрузишь. Смотри, краски какие. Прошлогодние растения. Видите? Прошлогодние какие краски красивые. Так. Надо двигаться, друзья. Двигаться, двигаться, двигаться. Радоваться жизни, двигаться. О, опять смотрите, какое красивое растение. Видите? Заросли какие. Вот.
О, а тут роса. Там люди строят что-то. Дом строят новый. Стуча. Так строят. Вот сюда не будем смотреть. Будем смотреть. А так. Мы себе идем на природе. Красивая природа. Уже 5 минут снимается. Вот. Что это за растение такое интересное? Ну, когда будет весна, начнет расцветать, посмотрим, что это за растение такое. Вот, смотрите, видите? А это... О, желтый. Вот это такой лишайник. Это молодая сосна выросла сама по себе. Вот еще одна сосна. Смотрите. Видите? Красотулечка. А это засохшие листья с прошлого года. Это тоже с прошлого года. Но они еще красные какие-то стали. Вот так. Вот, люблю по этой посадке ходить. Такая она красивая. Такая благодать от нее. Радость такая. Это клен. Видите, клен. На нем листья. Не знаю, если он оживет. Видно, ударили морозы. Внезапно он не успел свои листья скинуть. А это что-то старое дерево, видите, повалилось. Вот оно. А вот кленовый лист с прошлого года. Вот, поломалось само по себе. Видите, оно уже покрылось мохом, лишайником. А такие люди тоже, видите. Молодые кусты, а вот они уже... Видишь, покрылись этим прям красным, все желтые все. Вот. Это все мысли формы человека. Один заразил весь и все. Они молодые, а зараженные мохом. Их надо вырубать. Чтобы Бог сам усмотрит, природа сама будет восстанавливаться. Вырастет что-то новое вместо них. Вот, видите, на это действовал этот мох. А вот там дальше уже все. Все, уже этот мох дальше не действовал. Вот, смотрите, это как бы такое имеет какое-то вещество, которое, если намазать лицо, очень чешется потом. Вот на него не перешло. Видишь? Вот. Есть еще некоторые зараженные. Но не такие, как это. А, зима красивая была. Очень красивая была. Зима. Ну вот, сосны. Сосны, туя. Ну, это у нас типа сосновый лес. Там березы. Дорожка какая красивая. Вот сосна. Это туя. Сейчас я ближе покажу. А это вот кроты себе свои домики рыли. Птицы поют. О! Видите? Туя. И птицы.